Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые рецепты. Сегодня я расскажу, как готовлю омлет с кабачком. Это идеальный завтрак или полдник, быстрый и простой. По желанию, блюдо можно дополнить любимыми добавками – мясом, сыром, сметанным соусом. Омлет получается нежным, вкусным и полезным. Для него лучше использовать молодые кабачки с тонкой кожицей и нежными семенами. Кабачок натираю на мелкой терке, кладу в миску и оставляю на 5 минут. Отжимаю лишнюю жидкость из кабачка, после чего добавляю яйца, соль, перемешиваю до однородности. Вливаю молоко и еще раз перемешиваю. Не следует сильно взбивать смесь яиц и молока, достаточно просто хорошо смешать их вилкой или венчиком. Готовить омлет следует сразу же после взбивания яиц с молоком, чтобы он получился пышным. На этом этапе для более сливочного вкуса в омлетную смесь можно добавить 1 столовую ложку сметаны. На сковороде растапливаю сливочное масло или разогреваю растительное, но на сливочном получается вкуснее. Вливаю омлетную массу и готовлю под крышкой на медленном огне где-то 6-8 минут. Аккуратно переворачиваю омлет и готовлю с другой стороны до румяной корочки еще 5-6 минут. Блюдо можно дополнить сыром, посыпав им омлет после переворачивания. Тогда омлет подрумянится с одной стороны. Готовый омлет складываю пополам и подаю со сметаной, свежими овощами или зеленью. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!